Быть врачом значит учиться быть человеком. Это особенная профессия. Такими словами в областной столице приветствовали школьников Верхневолжья, которые решили связать свою жизнь с медициной. Тверской государственный медуниверситет совместно с региональным центром «Орион» проводит образовательную программу «Первые шаги в медицину». Кто стал участником образовательного марафона, чем он завершится и зачем профессуре медуниверситета уделять этому внимание, смотрите в нашем следующем материале. Многие ребята, которые принимают участие в образовательной программе, твердо решили связать свою жизнь с медициной. Кому-то с определением будущей профессии помогла пандемия коронавируса и желание помогать людям, а кто-то мечтал стать врачом с детства. Я смотрела много разных программ, увидела эту профессию и поняла, что я хочу именно в эту науку. Я пока еще не определилась, но, скорее всего, хирургом. В современном мире очень нужна помощь людям, и нам не хватает хороших врачей. И помощь людям очень важна, и поддержка, и нужны люди, знающие, которые смогут помочь. Но на самом деле медицина очень обширная наука, и можно выбрать разные направления и в этом идти. И очень интересно что-то изучать новое и узнавать много интересного. Программа нацелена на помощь сегодняшним школьникам грамотно оценить свои силы и возможности, познакомиться с буднями профессии, заблаговременно примерить на себя белые одежды, чтобы в будущем продолжить свой путь в медицине. Целую неделю школьников из Тверской области будут знакомить с учебными процессами университета, педагогами и студентами, лабораториями вуза. Также ребятам помогут с дисциплинами, по которым им предстоит сдать ЕГЭ. Конечно же, анатомия, это, конечно же, биология, химия. В этих аспектах мы нацелены им показать, но это будет увлекательно. Увлекательная химия. Допустим, если говорить о биологии и анатомии, мы им обязательно покажем, допустим, высшую нервную деятельность. Я как невролог им с удовольствием буду показывать и рассказывать про те же инсульты на их языке, чтобы они уже сегодня могли даже оказать первую помощь. Для ребят помимо образовательных программ подготовили и викторины. Школьников будут ждать вопросы на выявление знаний, чтобы в дальнейшем подготовить их к студенческой жизни в медуниверситете. Возможно, у них появятся какие-то вопросы в процессе, которые они могут нам задать, чтобы в будущем иметь возможность лучше сориентироваться с выбором профессии. Нужно дать будущим абитуриентам представление о той профессии, которую им только предстоит познать. Организатором мероприятия выступил региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тверской области «Орион». Он занимается разработкой и реализацией дополнительных общеразвивающих программ для детей и молодежи. На самом деле это очень значимый проект для Тверской области и, наверное, для страны в целом, что такие центры, которые созданы по модели федерального центра «Сириус», создаются в каждом субъекте, потому что это дает возможность ребятам не только получить возможность социального лифта, но и непосредственно у себя в регионе поучиться на лучших площадках, познакомиться с лучшими спикерами, узнать подробности в профессиональной либо предметной сфере. Участникам программы будет также предложено выполнить творческое домашнее задание от кафедры русского языка, итоги которого будут подведены в пятницу на церемонии закрытия Дня открытых дверей. А по итогам недельного образовательного марафона всем школьникам будут вручены сертификаты участника.